Можно ли путешествовать во времени? Большинство ученых дают на этот вопрос отрицательный ответ. Но согласно Эйнштейну и квантовой теории, вполне возможно. Представьте, вы наблюдаете, как на Манхэттене резвятся динозавры. Вместе с коренным населением Америки встречаете Колумба. Делаете ставки на рыцарских турнирах в средневековой Англии. Или следите за ходом аустерлицкого сражения. Смогли бы вы остаться равнодушным наблюдателем на рынке рабов? Или спасли бы жизнь Мартина Лютера Кинга? О путешествиях во времени снято множество фильмов. Но что говорит об этом наука? Возможны ли они? Можно сказать, что мы становимся свидетелями таких путешествий постоянно. Каждую секунду дюжина крошечных космических частиц, которые называются мюонами, пронизывают нас. Они слишком малы, чтобы почувствовать их, но часто становятся причиной повреждений, которые организм вынужден устранять. Так астронавты в открытом космосе могут умереть от слишком большой дозы космического излучения, вызывающего лучевую болезнь. Мюоны – это своего рода осколки, образовавшиеся при столкновении частиц Солнца с атмосферой в 20 км над Землей. Путешествуя со скоростью света, это приблизительно 300 тысяч км в секунду, они добираются до человека за 7 миллионных секунды. Единственная проблема состоит в том, что продолжительность жизни мюонов составляет всего 2 миллионных секунды, и по идее они не должны достигать поверхности Земли. Но по теории Эйнштейна мюоны путешествуют во времени, чтобы добраться до нас. Согласно теории относительности, наша жизнь станет протекать медленнее, если мы будем путешествовать со скоростью близкой к скорости света. Мы также будем жить дольше, если окажемся в более интенсивном гравитационном поле. Эйнштейн утверждал, что теоретически возможно замедлить для себя течение времени, покинуть Землю и вернуться, чтобы встретиться со своими внуками или даже правнуками, но гарантии на возвращение не дал. Однако физик Стивен Хокинг считает, что нельзя путешествовать в прошлое, поскольку можно случайно убить собственную бабушку еще до того, как родится мать или отец, и таким образом сделать невозможным собственное рождение, а следовательно и возвращение. То есть возвращение невозможно при общепринятой модели мира. Но некоторые ученые считают, что во Вселенной существует бесконечное множество параллельных миров. При таком ее строении, попав в прошлое и убив собственную бабушку, человек просто создает ответвление во времени, параллельный мир, в котором он уже не часть будущего. Если погрузиться в крошечный мир ядерных частиц, мы увидим, что они, как мюоны, способны преодолевать пространство и время. Между такими частицами может существовать необычная связь, вызывающая странные квантовые эффекты. Если две частицы появились по одной и той же причине в одно и то же время, они наверняка связаны друг с другом. Странность такой связи состоит в том, что каждая частица пары немедленно узнает, что происходит с другой, даже находясь в другом уголке Вселенной. Так, если один электрон из такой пары частиц с разными особенностями вращения находится на Земле, а другой затерялся в космическом пространстве, мы узнаем скорость его вращения, измерив электрон на Земле. Каким-то образом информация между ними передается мгновенно. Это и есть мгновенное путешествие сквозь Вселенную. И никто не знает, как такое возможно. Может быть, существует более трех измерений, через которые электроны общаются друг с другом. И эти измерения можно использовать для путешествия во времени. Примерно то же самое произошло, когда после Большого взрыва Вселенная внезапно стала расширяться со скоростью, превышающей скорость света. Может, это стало возможным благодаря другим измерениям? Но пока никто этого не знает наверняка. Известно только, что существует множество необъяснимых фактов, указывающих на возможность путешествия во времени. Но что можем сделать мы сейчас? Ждать, когда из будущего придет какой-нибудь турист и научит нас совершать подобные поездки?
искать более развитые цивилизации, для которых подобные путешествия – обычное дело, и вступать с ними в переписку? Но поскольку на такое общение уйдет по меньшей мере десятилетия, лучше всего искать ответ в области физики. Тогда в один прекрасный день можно будет совершить скачок в пятое измерение и сфотографировать динозавров, которые резвятся на Манхэттене.